Всем привет! Всем привет! Едем мы в Боготол. Дома так шумно, дети просят, то купи, то купи, то купи. Вот так вот сложили мы горбыль вот этот. Нормально, я думаю. Ребятишки сложили, хорошо, помощники. Все прибрали сразу. Нынче так и не делали горку. Да в прошлом году горка была неудачная. Тут вот тяжело было кататься. Ну ладно. У нас делают горку всегда в центре. Садись уже. Сейчас. Поедем зуб лечить. Да надо продукты купить. Снег идет. Вот вчера таяло все. Тут сейчас снегом припорошит. Будем ехать очень медленно. Залечили Дарине зуб. Не болело ничего? Нет. А записались мы на 21 число. Сразу 4 зуба еще лечить. Но там, понимаешь, там она говорит, небольшие точечки только. А, в общем, за раз. Настя. Стой. Так я не выезжаю никуда. Поехали туда, где папка говорил. Куда? Так я развернуться хочу. В общем, на 21 число, на субботу, я уже в будни не стала записываться. Потому что в будни нам надо учиться, нельзя нам пропускать. В общем, на 21 число 4 зуба еще надо залечить. Да. Потому что там даже, я так поняла, даже укол ставить не будет, сразу будут лечить. Там небольшие дырочки. Ну, чтобы уже подготовить полностью челюсть к брекетам. Дариночка уже успокоилась, да, Дарь? Уже согласна. Ну, в смысле, что уже согласна на брекеты? Да? Да. Ну, я же говорю. Все. Зуб перестал болеть, и Дарина успокоилась. Все нормально будет. Зато будешь красивая. Дашь, Дариночка? Ну, вот умница моя. Вот здесь вот у нас есть медицинский центр. Ну, они берут только анализы. Эндоскопию хотела сделать, они говорят, нет, никогда не делали и не делать не будем. Нет у них ни аппарата, ничего. По-моему, эндоскопия это называется, или как? Стой. Тихо, машина. Все проехала. Ой. Полечили Дариночки зубы и решили приехать мы в Ачинск. Поехать. Мы уже в Ачинске. Спортмастер. Хочу ребятишкам посмотреть коньки. Саша еще в прошлом году просила. И нынче разговаривали, что она хочет от Деда Мороза. Она опять попросила коньки. Мы уже говорим, ладно, дочь, давай мы уже купим тебе коньки, а Дед Мороз что-нибудь другое попроси. Потом у нас январь-февраль всегда холодный, и не походишь на каток. Вот сейчас декабрь пока еще можно зайти, походить. Посмотрим, что там за коньки, если есть еще. У нас один спортмастер, да, в Ачинске? Не знаю, надо забить, смотреть. Да если тут нет, значит. Ну, что заранее говорить, сейчас поедем. Большие-то коньки на прокат есть, маленьких нету. Куда-то Настя пошла. Мы их тут ждем, она мимо пробежала. Заблудилась, наверное. Вот здесь суши, можно будет потом заказать. Ты любишь суши, Дарин? Ну, да. Офигеть. Это что, типа цирк? Это будет с 20 ноября по 15 декабря. Работает, значит, сейчас. Надо будет елочки посмотреть, елку купить.
О, 21 декабря, а мы на зуб записались опять, зубы лечить. Да. Блин. Четверг ничего не сделаешь. Все, никак, мы на зуб записались. Все, где Настя-то? Че бегай туда-сюда? О, Дима, вот Дима. А куда Настя там убежала? Полетела куда-то. За вас дроном. Вон она. Сейчас спросим, где она там ходит. Елки продаются, нет? Не помню. В Украине. А, да. В Киеве. А? А? Не, мы на метро ездили, мамка тоже неправильно сказала. Мне понравилось. На метро? В Москве вообще красиво. Вообще красиво, очень. Я была в Москве. Была несколько раз. Вот спортмастер, пойдем сейчас смотреть. Тут тоже что-то вот можно покушать. А, нет, это на магазин покушать, говорю. Я каждый раз путаю, что это не покушать, а это магазин. Дарим скидки. Сколько процентов не написано. Вот 31 размер. Какой нам и надо. Смотри, 28 есть. А эти у меня какой это размер? 1500. 27-30. Тонкий не подойдет? Подойдет с носком. Надолго зато хватит. Они это. Может вот такие взять, которые увеличиваются? Давай. На несколько лет зато хватит. А это какой размер? 34-37. О, это Женьке такие надо. А это 30-33. Во, это надо Сашке. Прикинь, какие размеры нам надо. Сразу все, берем. Забирай. Скидка моя, наверное, пропала. Посмотрим, ой, в каком городе-то мы покупали? Что, берем эти? Да, 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 да. Слушай, я сейчас город даже не вспомню, где мы покупали на эти матрасы мы брали. Нам скидку там давали. В общем, все мы детям купим. Сейчас. Ну, думаю, нормально же пойдут им, не профессионально, просто кататься, зато они увеличиваются. А вот еще что-то такое. Дриночка, это просто на обувь. Да это неудобно. Да? Конечно. Ты уверена? Я знаю, что это неудобно. А смотри, тут такие есть. Может, вот такие лучше? Ну, они всего их двое, видишь. Сейчас посмотрю. Это 35 размер. А эти 37-й. И да. Все. И все подойдет. Носки шерстяные у нас есть. Это что такое? А, это защита. Ну, давай. Посмотрим. А то мы пришли сразу, увидали. Я думаю, нормально. Детям-то редко будут ходить, но зато надолго хватит. Бушные продают такие на за 1000. Уж купить новые, хорошие. Такой вот наш спортмастер. Ну, наверное, везде одинаковый. Надо будет папе, правда, кроссовки купить. О, можно было Насте тут шапку выбрать, а мы в Красноярске выбирали. Тоже так дорого отдали за шапку. Ну, пускай уже походит. Мы редко бываем, редко у нас есть возможность поездить там по каре, по спортмастеру. Вот было бы мы, папка был бы за рулем, он ни за что б не согласился. Никогда. Он вообще боится ездить, когда не погода. А Димка с Настей, они все равно молодые, рисковые. Ну, тут и курточки всякие теплые, хорошие. Тут лыжи. Чем лыжи-то? У нас хороший лыжный прокат работает. Сколько я девчонок уговаривала, ходите. У нас такой хороший лыжный тренер.
Да, дочь? Сколько я всех уговаривала на лыжи ходить? У нас такая лыжная прокатная база, но сейчас пока не работает. Ты тоже же занималась лыжами, да? Да, я много-много лет занималась. Да сейчас все забросила. Девчонкам сколько говорила. Тебе белошвейка нацевали, это же и там, и там. Ну, лыжи нам не надо покупать, у нас можно на прокат брать. Да, у нас в школе выходили. Угу. Вон и бутылочки всякие продают. Хорошие. Не спортсмены мы. О, какие. Надо, знаешь что, доченька? Чешки Сашки, мы же так и не купили. Мы Женьке купили. Да. Нам надо 17,5 и 18. Сразу двое купить. Три кофточки какие хорошенькие. Курточки. А мы все ходим по планетам. Вообще какие-то мы бестолковые. Блин, кофты классные. Всего 900 рублей. Ну. О, можно на танцы сходить таких, Дарька. Да, надо, вот знаешь, что, дочь? Все черные вот такие вот, там какая-то такая. Я хотела себе что-то, потому что неудобно. Почему неудобно? Ну, не знаю. Надо вот такие, чтобы они прям тянулись. И это. Ну, давай посмотрим. Хотела... Майку еще надо посмотреть. Да. Ты же сказала, тебе надо майку. Ну да, майку. Вот такие можно или чисто черные? В каких девчонки ходят? Ну, в черных. Мне кажется, и такие даже можно. Все равно какая разница. Главное, чтобы они это... Тянулись удобно, хорошо? Да, чтобы удобнее было. Ну ладно, сейчас еще майки посмотрим. Тут Дарина какую-то майку хочет, а мы нигде не можем найти. Вот, наверное, вот такие, не? Да, можно найти. Вот сейчас посмотрим. Сейчас я камеру выключу и тогда посмотрим. Да, смотри, белка готовочка. Угу. Ну, девчонки, когда ходили в ДК, им надо было. Здравствуйте. А сейчас не на. О, чешки. Ну ладно, все. Потом покажем, что же мы выбрали. Что тебе не нравится? Я не хочу, не буду покупать. Ты меня в обтяжку, что ли, или что? Нет. Там больше, чтобы это, чтобы заниматься, надо всегда такие покупать, не просто их еще. Мерила, передумала. Ай, на тебя. Сильно в обтяжку, наверное, не хочет. И вот такую майку предлагала, тоже ни в какую. Есть черные еще такие. Ну ладно, будет ходить в чем есть, что теперь. Вот еще такие вот есть. Тоже не хочет. Даже мерить не собирается. А что не так-то, Дарь? Передумала? Что? Ну, есть как бриджи. Да нет, я ничего уже не хочу. Нету бонусов у тебя? Ну, пропали, да. Цены, конечно, я бы не сказала, что прям дешевые. Вот это вот такие не хочет, цветные, подешевле они. Так, вообще 1690 стоили. Ну, сейчас посмотрим. Уговорила одни еще померить. Ну, вот нормально же, чё? Ну, нормально. Ноги подними, нормально, да, будет заниматься? Да. Ну все, а то прям ни в какую не хотела. Сушила. Лучше, когда за эти полотенчики, да, вот эти вот, салфеточки. Не знаю. В общем, отдали мы свои коньки на заточку, сказали прийти в 4 часа. Потому что там у него лыжи, все такое, лежит, он все делает. Ага, 4. Мы пойдем сейчас это... Суши поедим. Да, надо сейчас спуститься на первый.
Заказать же их. Наверх подняться. Или там есть. Там, по-моему, есть. Ну, пойдем посмотрим, зайдем на пятый этаж. А мы утащили это. О! А то мы с узелочком думали ходить будем. Да прям. Там енот. Надо. В общем, знаешь, я сейчас вам секрет открою. Мы Алине с Дариной хотим на Новый год сделать подарок — чистку лица. Да? Да, Настя. Настя поищет в Красноярске. Это же то, ну, во-первых, это же тоже деньги, наверное, нехилые. Да, ну пусть такой. Процедура 1000-2000. Ну пусть это будет подарком. А то девчонки там начинают там. Ну что подарите, то подарите. Ну пусть это такой будет подарок, да, дорогие зрители? Я думаю, нормально, что. А детям не знаю что. Коньки мы их сейчас просто купили. А там какие-нибудь игрушечки подарим. Я устала подниматься сюда по этим лестницам. Мы только одну лестницу подали. У меня ноги болят уже. Тут, по-моему, только блины и суши нету. Нам елку надо. Надо елку купить. Ну, потом сюда приедем, да? Интересно, сколько такая елка стоит? Надо там внизу аллеи посмотреть, может, они продают елки. Да, сейчас в аллею. 3 рубля детский лист. Тут блины и сладости. Мы в прошлый раз покупали, дети есть не стали. Блины? Ну, не захотели, я не знаю. Мы в прошлый раз, папка, какие-то суши брали, такие черненькие, такие вкусные, печеные. А Филадельфию набрали и есть вообще плохо. Еще вкусно с курицей, тоже запеченные. Ой, а там даже видно. Дудь, ты нормальные не пробовал еще, как не хочешь? Почему? Сейчас попробуешь, вот жареные. Сейчас Настя с Димой закажет, а мы пойдем посмотрим, может быть, елки есть. Пойдем полазим. Дарина такая: ой, мам, купи мне, покажи тут, Дим. Отказалась она от суши в пользу вот таких типа пиццеринок что-то. Мы идем дальше, подходим, и с Настей в голос: ой, надо детям набрать. Настя уж тоже как мамашка. Что интересно, увидеть сразу: ой, детям надо, детям. Да, Настя? Мне кажется, мало, дочь. Возьми еще по одной. Дарина там еще съест. Да. Ой, Дарина, говорю. Алина. Я побежала. И надо какую-нибудь купить им вредную пепсиколу или кока-колу. Редко, когда покупаем. Надо бы корзинку взять. Настя себе сок купила. Мы купила мультифрукты, яблоко. Мы вообще зашли, просто зашли. А мы часто, когда с папкой бываем, курицу покупаем тут. Вот это еще по одной положи каждой, хватит нам. Просто так нельзя заходить в магазин. Не говори. Это с маком? Да. Папки возьми. Папа любит у нас с маком. Сюда же положи. Да, это отдельно же, это же считается по-другому. Да? Цена-то разная. А, ну ладно. Смотрите, мы детям набрали. И вот такие. Мам, копилка-то у тебя? У меня? Сейчас поищем. Все для детей.